Вот купальщицы, она любит воду, мы сейчас ее умоем. На Самарской набережной начали отмывать скульптуры. Первые водные процедуры приняла и бронзовая купальщица. По набережной любит прогуливаться Иван Морозов, актер Самарского театра драмы. Рассказывает, обожает рассматривать расположенные здесь скульптуры. Они создают настроение, поэтому нуждаются в уходе, особенно после зимы. Конечно, как же, и голуби их портят, и от времени они покрываются пылью, обязательно. На одну такую скульптуру уходит около 50 литров воды. Всего на Самарской набережной находится 26 композиций. В рамках апрельского месячника их приведут в порядок 1 мая. На очереди памятник Григорию Засекину, который отмоют в ближайшее время при помощи гидроподъемника. После помывки на памятник нанесут специальные средства. Это поможет сохранить его первоначальный вид, защитить от новых загрязнений и окисления. Блестеть будет. А это не вредит скульптуре? Нет. Работники муниципального учреждения «Самарская набережная» рассказали, что в предыдущих теплых сезонах приходилось удалять граффити с отдельных объектов. В этом году необходимости в таких работах не возникло. Отдыхающие стали бережно относиться к имуществу общественной территории. После апрельской генеральной уборки скульптурные композиции будут мыть дважды в месяц в течение всего теплого сезона. Также рабочие следят за чистотой пешеходных дорожек, лавочек, газонов, детских и спортивных площадок. Сезонные работы организованы ежедневно с 6 утра, чтобы не мешать отдыхающим. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.